Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, команда. Всем привет. Это, во-первых, всей нашей братве дружеский привет. Так, ребят, ну что, сундук у нас, я смотрю. Так, зимние шины, приземление, короче, и монетный ускоритель. Плюс 84 тысячи монеты. Соревнований нет, бесплатный сундук. Оффлайн почему-то. Нормально. Так, кто-то меня тут спрашивал, Рональдо, когда будет, я уже тут. Так, ладно, мне надо, ага, здесь откроем сундучок. Вау, ребята, новая шапка, клоун. Новая шапка, клоун, так, проедьте на, нет, не надо мне на снегоходе. Получи 250, блин, ерунду как-то взял. Ну что, сегодня, ну, сколько у нас там, по идее, 30 тысяч кубков должно быть. Не знаю, возьмем или нет. Так, привет, Рэй, давно не виделись. Привет. Давно. А разве вообще виделись? Так, ну что, ребят, я, наверное, начну потихонечку, да? Потихонечку, не спеша. Так, я хочу испробовать новую шапку. Где она у нас? Вот. Ну, в принципе, давай расцветку еще поменяем на нашей машине какую-нибудь. Такую возьмем. Ну что, первый заезд, ребят, на раллийном авто. Я, в принципе, готов. Ох, нифига, он там рванул. Вау, что ты делаешь, Рэй? Что ты делаешь? Ай. Вот такого, ребят, я вообще не... Я хотел бы, я пытался, ребят, выровняться. Но, видишь, у меня не получилось. Вот это я сфейлил сейчас. Вот это было жестко. Смотри, там чувак наяривает. Я его не могу обогнать даже на этом. Есть. Я его даже не мог. Там на усилении, на офигенном я шпарил. И все равно, как бы, безрезультатно. Он даже не врезался, да, ни во что. Зато врезался я. Причем очень замечательно врезался, ребята. Все, из-за этого, ребята, я и проиграл. Всего 3 балла, то есть у меня третье место получается. А, тут еще одна гонка. Но все равно я уже вряд ли смогу здесь, ребят, что-то исправить. С третьего места мы явно никак не перейдем на первое. Ну вот, 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 вот. Вот как вот он проехал этот лихач? Ну ты вот объясни, ну как он мог там проехать нормально? Он уже его должно быть так подкинуть там. Фиг знает как. Какое место я так и не увидел. По-моему, наверное, третье. Ой, действительно, клоун. Зря вот как наденешь, как действительно, как наденешь. Как машину назовешь, так она и поедет. Назвал клоунадой. Вот. Теперь получай. Другого варианта-то не было у меня. Да давай ты под воду уже лети, блин. Угу. Да что с машиной-то происходит, ребят, ну? Вообще не понимаю. Короче, она меня не слушается. Она не слушается, она просто переворачивается. Непонятно по какой причине. Ну и чё? Второе место, как всегда. Сумрачный лес. Блин, еще и горло, блин, заболело, ё-моё. Понервничал, называется. Воу-воу-воу-воу, баги, стой, куда ты там? Фиг.
Офигеть, она пролетела. Причем я, знаешь, чему удивился больше? Как у нее горючее-то хватило на это все. Ну раз ты... Все, все, ребят. Сам себе подзападлил. По чесноку, если сказать. Посмотри, посмотри на эту багги. Она постоянно едет на этом. На нитро. Постоянно. И как горючего-то хватает у нее. Мне, например, непонятно. Ладно, фиксим. Посмотрим. Ну, у меня тут уже первого места не будет, это однозначно, ребят. Дай бог второе. А, первое? Первое место взял. Нифига я, рвачуга. Урвал все-таки. Так, глубоководная езда. Опять же на раллийном авто попробую, ребят. Опять слышу там шуршание этого форсажа. А он там специально притормозил, да, чтобы успеть урвать горючку. Пипец, упустить, уступить место какой-то вшивой ККМ-ке. Ё-моё, ребята. Стыдоба, просто стыдоба. Уступить такому дерьму. Ё-моё, а. Сейчас, наверное, задел чувство от того, у кого ККМ-ка была и есть любимая машина. Сейчас мне этого не простят, блин, да? Да что за фигня? То одному, то другому проигрываешь. Я не могу догнать, я не могу сравняться. Что за трэш-то пошел? А, ну правильно, ребята. Они на этих... Ну, Рэй, ты молодец. Все, тебя уже там сделали, пока ты тут фигней этой страдал. Ты едешь последним. С чем я тебя и поздравляю. Короче, с подводной лодки, ребята, лучше спрыгивать. Нечего там делать. Так, третье место у меня, да? Третье место. Так, что тут, 13 день? Да подожди ты, дай мне... Да дай, говорю, забрать сундук. Так, ну что, попробуем, ребята, опять же на нашей фуре покататься. Где наша фура? Вот она. Поехали. Немножко прокачал колесо. Да, ну я поверить не могу, что спортивная машина может быть скоростнее, чем мы. Ну да, тут все окей. Давай, пляжный кубок. Угу, хорош. Это сзади там летит. Хочешь что-то сделать, но видишь, не получается. Дутыш. Дутыш у нас, оказывается, здесь еще катается вместе с нами. Ты знаешь Дутыша? Нет? И я не знаю. Но он катается с нами. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, роднули. Вот и все. Ну тут, если честно, на фуре мы вообще красавчики. Да, друзья, впереди у нас 30 тысяч кубков. Надо как-то их заработать.
Твою-то дивизию. Что с машиной? Господи, куда тебе... Что ж тебя так разматывает-то, парень? Давай вниз. Лучше бы я ехал вперед, а не вниз. Ай, блин, ну прыгучая тачка, что я могу сделать? Я хотел вниз, а надо было наоборот мне на, по верхам лишь лететь. Давай сюда, в низинку. Ой, крокодилы. Так, слушай, это не тут ли, где нам надо будет? Тут. Ребят, ну это полный трэш. Это полный... Я хотел опять же вниз, под крокодилом, проплыть. Ну и ты видел, что получилось. Ничего хорошего не вышло. В общем, две смерти, ни одного места нету. Даже если мы здесь возьмем с тобой, допустим, первое место, все равно, ребята, получится 3 балла. Это, по-моему, хуже всего, да? Да? Это хуже всего. То есть я даже никуда не сдвинулся. Во все виноват вот этот клоунский водила, ребят, который колпак на себя надел, блин. Шу гороховый. Опять же повторяю. О-о-о-о. Еще сзади там крадется. Сзади крадется суперкар. Ну, видимо, какой-то слабенький был суперкар, потому что я больше уверен, что суперкар намного мощнее и скоростнее, чем та же самая фура. Давай, заезжай, заезжай, раз уж назвался, как говорится, груздем, то полезай в кузовок. Ну и последняя гонка здесь. Идеальный старт взяли. Да, тачка очень хорошо летит. Вниз. Упс. Да, чувачку там, конечно, не повезло. Перед финишем просто перевернулся. Ну, что ж поделаешь. Так, что у нас там? Рейтед... Чего? А, 30... Нет, 30. Ой, результат, ребята, у нас тут. Мы проиграли. Да, тут с большим, конечно, отрывом. Ну, даже я, ребята, пробовал на этих гонках кататься. Ну, что-то там вообще как-то жестяк. Вот. Восхитительные диверсии. Давай попробуем взять на фуре. Уже начало, ребят, показывает о том, что... Нам тут будет не сладко. Да господи, ну заедь ты твою налево, блин, на эту. У меня крыши, блин, нет над головой. То есть любой удар. Ну, слава богу, у нас получилось здесь все. Остальных что-то вообще нет. Они там поубивали, что ли, все? Я их даже не видел, если честно. Угу. Так, так. Ну фигли, раз заехал, давай, поехали по верхам. Прекрасно. Здесь мы тоже справились. Восторг в парке.
байкер внизу, да? Был. Он там разбился, блядь. Ну, можно гонять, ребят, но нежелательно, если честно. На фуре вытворять вот такие вот приколюхи. А так прокатился очень даже неплохо. Плюс забираем с тобой Сунгок. Крылья, ускоритель. В общем, все понятно. Так, Рональдо Рэй, я тоже благодарю. Меня тоже добавь, я тоже. Ютубер, это сложно. У меня 100 тысяч подписчиков. Это хорошо. Ребят, только разница между блогером и летсплейщиком большая, ребят. Я не блогер, я летсплейщик. Блогер — это тот, кто ведет свой блог. Типа, блин, там, как это сказать-то? Снимает там всякие приколюхи. Вот это вот. Какой-нибудь там лайф истории. Вот это блогер. А у меня летсплейщик. Летсплейщик — это обзоры на игры. Ну, или тот, кто играет в игры. Так что, ребят, прошу просто... Больше как бы вас не путать. Согласен с тобой, начало мало подписчиков, а когда контент получается, много подписчиков. Не совсем, ребята, не совсем. Тут может быть как? Может быть офигенно хороший контент, но может быть мало подписчиков. А также наоборот, может быть контент полная Г и много подписчиков. Тут как фартанет. Как подать, мне кажется, все-таки свой контент. Кто-то у нас любит материться, кто-то не любит материться. Кому-то нравится с матами, кому-то нравится истерические, например, там, знаешь, это называется реакции, особенно такие, как Honor игры. Когда визжат, верещат, а кому-то нравится, наоборот, спокойные игры, где люди не спеша, размеренно, блин, вот как я сейчас ядрен-матрен. Пипец, короче. Какой там хоть еду-то я? Да ну нафиг. В общем, ребята, отвлекся, блин. И приехал вторым. Погнали. Ну и, соответственно, конечно же, все это со временем проходит. Я не знаю, это редко, наверное, у кого сразу может прям бомбануть. Там уникальные какие-то есть ребята, у которых прям вот с первой попытки, с первого ролика он там набирает по 10-20 тысяч подписчиков. Такое есть. Раньше, конечно, все было немножко попроще, ребята. Раньше было попроще. Сейчас с этим делом очень сложно. Набирать клиентуру тяжело. Очень тяжело. А знаешь, вот менять формат тоже как бы... Привыкаешь сам просто к одному и тому же, и что-то для себя поменять, но это очень, очень тяжело. Перестраиваться как бы. Блин, ККМ-ка тут еще, блин, влезла. Да, моя фура для этих прыжков, ребят, совсем тут не выходит. Только лишь из-за того, что она очень офигенно тут распрыгалась, меня обогнала, опять же, эта вшивая ККМ. Я так и буду называть, потому что она действительно вшивая. Кто там попрыгульки какие-то свои врубает? Попрыгушки. О, молодец, Рычик. Давай так же держи. В таком же темпе будет тебе счастье. И будет тебе, блин, счастье с твоими двумя вшивыми баллами. Почему у меня вот это слово идиотическое приклеилось? Вшивые. Что за... Не знаю. В жизни, ребята, в своей... Не помню, чтобы такое слово употреблял. А в игре вот в этой, вот, не только в этой, вообще в играх что-то начал употреблять. Странный парадокс, конечно. Ну и что там, первое место еще. Даже первое место, ребята, умудрился тут взять. Так, ну в шахты, само собой, мы поедем. Давай попробуем на маслкаре покататься в шахтах. Мы уже вроде бы гоняли на маслкаре. Баги впереди планеты, все их хочет быть, да?
Но потянет ли Багги наш напор? Выдержит ли? Прилетай, 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 красавчик. Просто красавчик. А здесь нормально взял. Тут, ребят, походу, дело одна гонка у нас, потому что, ну, большая трасса. Ой-ой-ой, как чуть-чуть было не раз... А, мы же колеса взяли с тобой, да, в прошлый раз? Точно. А раскраска у нас на маслкаре есть какая-нибудь новенькая, нету? Я, кстати, не смотрел. Вот так вот. Первое место. Так, давай-ка мы... Что у нас тут бесплатно? Они почему-то в офлайне. Ну-ка, вид. Не, ребят, стандартная машина у нас. Ну, стандартная раскраска, я имею в виду. Что там за гонка-то уже? Что-то... Ой, лес. Ну, что-то мне кажется... А, это не по ухабам ли гонка-то? Что именно по ухабам. Слушай, ну вот именно спойлер, который сзади у нас стоит, он не дает моей машине слишком сильно переворачиваться. Ну вот, задирать перед, как вот на других машинах. Поэтому спойлер, в принципе, ребят, очень даже годная штука. Ну, естественно, занимает целый слот. Это единственное на минус. Куда же так резко-то, ну? Так, тут притормози чуть-чуть. Так, давай. Это мы сегодня 30 тысяч кубков возьмем, нам потом останется еще 20 тысяч кубков, но это до конца месяца надо успеть. Да я в игре, ё-моё, просто, ребят, я как бы... Гоняю. Так, ну что, магнитная цепь. Давай посмотрим, как на магнитной цепи у нас поведет себя Muscle Car. Когда там супердизель подлетел. Красавчик. Просто красавчик. Есть. Ну что, взяли. Взяли мы с вами эту, хотел сказать, высоту. Давай вниз, вниз. Есть. Воу. Не, нормально, правда, потеряли скорость, но в общей сложности нормально все получилось. Офигеть, тут кто-то даже еще на тракторе катается, прикинь. Ау. Ну я не знаю насчет дизеля, но этих я обогнал. И дизель обогнал. А дизель был на попрыгушках. Вот что я тебе могу сказать. Нифига себе, нормально. А что ты не прыгаешь-то, попрыгун? Иди там прыгай, там как раз потолок для тебя был. Че ты сразу жмешься-то? Жмун, ждун, бздун. Не знаю, как это еще назвать. Вафел, фуфло. Так, что там у нас? Да я понял, что ты блогер. Я уже прочитал об этом. Так, грязные ралли. Грязные ралли. Я попробую, наверное, друзья, на фуре прокатиться в грязном ралли. А вот что-нибудь да получится. Фига там все ребята такие шустрики, ты посмотри. Особенно этот трактор. Есть.
Слушай, великолепно прокатился, даже сам, ребят, не ожидал себе. Очень великолепно проехал. Опять у меня на хвосте, ребят, эти говнюки. Тут еще Тора какой-то там едет. И опять я первым. Вырвал просто победу. А вот здесь, скорее всего, ребят, не получится. Здесь слишком ровная трасса для вот этих вот всех супостатов. Особенно байкер. Тут еще байкер. Нет. И здесь тоже у меня получилось хорошо. Я даже сам немножко удивлен. Поехали. Ну давай ты, ну господи, ну. Байкер, видишь же, на хвосте. Все, ребят. Первых 4 места наши. Что там такое? Рэй, удали тех, кто проехал 0 километров. А кто у нас там проехал 0 километров? Хэл, Артем, Джек. Их, что ли? Ну, давай. Только не надо говорить, что вот я не успел или еще там что-нибудь. Все успел, время было, уже почти конец месяца. Должен был, по идее, набрать. Ну что, погнали? Ой, развлекухи. Давай мы, наверное, попробуем. Ну, не попробуем, поедем на раллийном авто. Там кто-то попрыгульки, что ли, врубил? Или мне видится, кажется, слышится? Все, там отлетело у нас к чертовой бабушке на куличке. Я нормально тут проехал. Тут я проехал хорошо. Начало испуга. Я думаю, мы даже испугаться не успеем. Это маслкар там, да, ребят? Маслкар там выпендривается со своей нагинатой. Фига, я прыганул нормально. Нормальненько сейчас было. Так, привидение. Где же ваше привидение? Так, кого-то там распластало, ребят. Кого-то там распластало по этому, по потолку, я видел. Кровавая лужа там висела. Такая сопля, типа. Сопля с ногами. Все, ребятушки. Тут нормально получилось. Без каких-либо проблем. Так, что у нас там? Добавь меня, пожалуйста, в друзья. Ха-ха-ха, хо-хо-хо. Добавь меня. Зачем? Зачем добавлять? Вот объясни мне, парень, зачем? Когда у меня глубоководное приключение впереди. А? Вот скажи мне, для чего? Не знаешь? А просишь. Чтобы просто засветиться, но это тупо. Так, подожди, вот мне надо этого топосана как-то, ребята. Ох, нагнуть. Я вроде бы как нагнул его. Хрен там нагнул. Я не влупил, я не попал. Но здесь еще есть одна, да? Опа! Ему так с собой. Хоба, хоба. Хоба! Заезжаем сюда. В трубу, в трубу!
Хотя, ты знаешь, можно было бы и не обязательно в трубу, ребята. Мы могли бы и по ней проехаться. Уже был финиш. Так что все нормуль. Так, кубок колпака иступится. А, друзья, а потом у нас, знаешь, что будет? Потом будет босс. И знаешь, что самое неприятное? Не, одно единственное приятное, что, ребят, теперь босса, если ты не выигрываешь, ты не откатываешься назад, как это было раньше. Понял, чем я, да? Офигеть, этот хмырь болотный, ты посмотри. Фух. Ладно, ролейку, вот этого дрища не хотел я пропускать. Я его не пропустил. Ненавижу вот этих вот дебилов, которые на попрыгушках прыгают. Ненавижу их, все. Не нравятся они мне. Раздражают, я бы так сказал. Сейчас хорошо мы так бустанулись. Да, очень даже неплохо, ребят. 5 баллов. Но нам, чтобы здесь быть первым, нам нужно, ребята, вот это вот Уик, Джон Уик. Его нужно нам, как это сказать, победить. Я офигеть, я, блин, в воздухе пролетел. Фиг знает сколько, он, блин, бум. И уже рядышком, прикинь. Он уже... А, нет, это немножко другой, ребят. Трэш. Но, тем не менее, первое место. У каждого свое первое место, да? Так, ребята, ну что, болотистый кубок у нас по брякушке. Болотистый кубок. Ну что, будем на фуре пробовать? Шо, что взять на фуре? Болотистый кубок на фуре, Рэй, ты в своем ли уме? Ой-ой-ой-ой, ребята, ну это, конечно, это уже все. Все, потерял. Потерял ты преимущество? Нет. Надо брать раллийный авто, ребята. Нашу старую испытанную тачку. А проигрывать я сейчас не могу, ребят, потому что если я сейчас сдамся, у меня... Чего? Нормально он пролетел, да? Крылатое уродство. Да встань ты, твою, налево, блин, нормально. Нет, блин, едет. Пипец какой-то, просто пипец. Да не, у фуру тут шансов нет вообще. Он еще с этим, с нитро едет. Вот что я тебе скажу. То есть он на нитро, ребят, ускоряется. Я даже здесь не мог нормально проехать. Да он даже заехать не мог, блин, летун вшивый. Он не мог встать на эту фигню, блин. На помостик. Дебила кусок. Давай этот. Посмотрим, блин. Так я взял эту тачку, и он же взял такую же тачку, ребят. И опять же с этим едет. Ты видишь, с чем там едет. Фух, первая гонка здесь за мной. Но радоваться, сам понимаешь, еще пока рано. А он, интересно, он взял, успел подобрать горючее или нет? Он успел подобрать горючее, ребята. Или нет, не успел. По-моему, ребята, все, без горючего ехал он. Без... В общем, я проехал первым. Две победные игры дают вам шанс открыть шкатулочку.
Ну тут немножко не хватило, ладно, ребят, все равно первое место мое будет. Выкусил, как говорится, побрякушка хренова. Так тебе и надо. О, надо, дядя, надо. О, надо, дядя, надо. Проходит бусы. Да, прохожу, прошел. Так. Ну что, ребят, пойдемте посмотрим, что у нас там. Все отцы. Да ладно, блин, опять эта гонка. Да. Ну, да я не проеду здесь, ребят. Ну что, ну, смех на палке. Вот Буран и моноколесо, ребят, по-моему, в последнюю очередь вообще будет у меня прокачиваться, если... Да ты едь, ты... Пипец, короче. Да. Я ненавижу это событие. Вот серьезно говорю, я ненавижу его всеми фибрами души, ребят. Вот это вот идиотское событие. Да, это в тот раз то же самое было, один в один прям. Все, горючее кончилось, пошел ко дну. И какой там New Record, блин, New Record он мне пишет. Поехали. Не понял. Да что ты... Пипец. Лучше, блин, придумать нельзя было. Нет, это не мое. Поэтому, ребят, я все прекрасно вас понимаю. Если вы там проигрываете на каких-то соревнованиях, то ничего страшного. Ну! Обалденно. Обалденно просто. Новый рекорд. Не-не-не-не-не, не надо мне все заново. Не буду я, ребят, проходить, потому что бред. Так, ну что, друзья, тогда на сегодня будем закругляться. Всем большое, как говорится, спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.